Красноярске состоялось первенство по кёрлингу. На лёд вышли 16 команд по 4 спортсмена в каждой. Впервые за историю соревнований в турнире наравне со старшими соперниками приняли участие и 8-летние ребятишки. Победители первенства, занявшие с 1 по 3 места, получат разряд по кёрлингу и смогут принимать участие в соревнованиях более высокого уровня. Как поясняют в Краевой федерации кёрлинга, этот вид спорта в крае сейчас набирает популярность, особенно среди молодежи. В этом году только в Красноярске заняться кёрлингом профессионально решили более 50 человек. Профессионально играть в кёрлинг действительно трудно, но доступно для любого возраста, как для 8-летних детей, так и для старшего поколения. У нас в Красноярске есть и лига сеньоров, то есть это старше 50 лет. Тоже уже команда готовится на российские соревнования в своей категории. И 8-летние дети, вот судя по их первым соревнованиям в их жизни, они тоже достаточно быстро научились и уже вот показывают первые свои результаты.